Клубы дыма, вырывающиеся из окон административного здания, заметили прохожие. Они же и вызвали пожарных. В тушении принимали участие 29 человек. Справились быстро. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. По прибытию первого подразделения было установлено то, что из промышленного здания, из окон второго этажа идет черный дым. Также было установлено, что происходило горение вентиляционного короба. В тушении задействовали 15 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Причину пожара выясняют.